Вы очень часто видите подсказки во сне. Кто-то из вас может запомнить сон, кто-то нет. Что же хотят передать вам духи? Это расклад общий, для каждого, но индивидуальный. Делаем кофе, пофиячу, присядьте, признательно за отзывы. И неважно, отрицательные они или положительные. Запомните одно. Для каждого нужен индивидуальный. Это общий. Подписываемся. Делимся роликом. Пишем в комментариях и жмем на сердечко. Когда бы вы не посмотрели это видео, неважно, сколько времени пройдет, оно все равно исполнится. Давайте посмотрим, с чем оно связано. Что хотят передать? Говорит карта Морока. Вы знаете, вот как полная луна, все в тумане, вы не можете... Это, знаете, как туннель, с которой надо выйти. Это в чувствах, в делах, в жизни. Вы очень сильно устали. Настолько сильно устали, показано энергетически. У некоторых сейчас пробывает сила, и, как я часто говорю, обращайте внимание на головные боли. У кого-то идет информация, показана, получаемая из разных источников, и ваше бессознательное не может понять, что происходит. У вас такое состояние, когда хочется спать, да, постоянно клонит ко сну, не понимаете, что происходит. Показана очень сильная энергетическая связь на этом уровне. С кем? Давайте посмотрим, с кем. С кем эта связь? От кого она идет? С кем связь? От кого она поступает? Кто же хочет с вами поделиться, с кем эта связь? Прямо с горлом показано. У кого-то рак горла было. Показана ж боль такая. С горлом. У кого-то сейчас будут першить в горле. Показано, словно как две звездочки, как двое сразу. И здесь показано, знаете, словно когда мы строили планы, проекты, показано, вам взяли, разбили сердце, вы пытались балансировать и не можете понять. Приходит молодой парень, который умер, Дмитрий. Боря, молодой парень, показано, вы знаете, здесь словно было две смерти. Первая предупредительная была и вторая. Словно, а кто-то и двоих потерял. Словно человек, который, знаете, вся жизнь разрушилась. Человек мечтал и шел, и показана смерть. У кого-то горловая чакра, у кого-то порог сердца. Пришли ребята. Одному 20, 29, другому 13, кому-то 2. Это ваша бессознательность, из которой вы не можете выйти. И что они хотят сказать вам? Показано. Меня словно отзеркалили. Говорит, не переживай. Боря говорит, не переживай. Я с тобой, я рядом, я тебя всюду вижу. Здесь показано, что я очень сильно болел. Но здесь почему-то идет, знаете, как от лекарства. От лекарства. От лекарства. Это, может быть, была передозировка, это, может быть, как болевой шок, полученный из-за лекарства, накопления лекарства. Словно помогли уйти. Когда человек пьет лекарство, показано, словно яд. Может, наркотики давали и такое, может быть, обезболивали. Что он хочет передать? Показано, говорит, я запрещаю тебе злиться,
Вы должны взять себя в руки. У вас очень много огня. Вы должны поставить цель своей жизни и идти к цели. Говорит, вы хорошо считываете меня. Вы хорошо меня чувствуете. Вы чувствуете мое присутствие. Энергетически чувствуете. Прикосновение чувствуете. Говорит, вы запутались. Это Борис говорит. Вы запутались, вам пора выйти. Смириться с тем, что есть. Почему? Потому что здесь, говорит, я с вами всегда на контакте. Я вас вижу, я вас слышу. Говорит, у вас очень высокая психосоматика. Очень много злобы, обиды, которая вас внутри разъедает. Говорит, перестаньте, отпустите. Вы должны переродиться, потому что с рождением кого-то все должно измениться. Это говорит Борис. А теперь что скажет Дмитрий? Потому что Дмитрий говорит, был очень сильный жар, огонь. Кто-то сгорел. Сгорел от температуры. Говорит, у тебя очень много энергии. Неважно, кто мужчина или женщина. Вы умеете работать. У вас очень много мудрости. У вас очень много планов и проектов. Я стою на вашей защите. Интересно, а такое чувство, что Дмитрий или был военным, или работал в структурах. Говорит, я стою в дозоре, я все вижу, я за вами наблюдаю. В вашей жизни огромная радость, говорит, все будет хорошо, вы осознаны, мудры, все будет хорошо. Такая сильная энергия, все будет хорошо. Вы получаете какие-то интуитивные знания показаны. Ох, какая сила. Прям у меня тут маг-волшебник. Прям маг-волшебник. Все будет хорошо. Ваши планы, проекты, перспективы все реализуются. Ни о чем не переживайте. Говорит, я всегда рядом, я всегда в дозоре. Итак, еще там мальчику, которому 13 лет. 13 лет показано холод. Холод. Холодно ему там, холодно показано. Говорят, почему-то выливает очень много негатива, злится, пробили. Говорит, вот про мальчика здесь, да, у кого порог сердца, говорит, изначально говорили, типа, что не надо было рожать. Типа проходили какие-то анализы, и вам сказали, что не надо было рожать, но вы все равно родили. И показано холод. Мальчик просто остыл. А теперь надо структурироваться. Вам надо было для того, чтобы рожать, надо было сперва убирать негативную программу. А теперь вам надо как-то структурироваться, перезагрузиться, структурироваться, перезагрузиться. Новое. Вы должны жить, поживать сейчас. Он ваш ангел-хранитель. Говорит, много препятствий на вашем пути. Много ограничений, препятствий. О, смотрите, здесь показана женщина, которая рожала мальчика. У нее проблемы были изначально по состоянию здоровья по-женски. Надо было убирать негативную программу. Здесь рожать нельзя. Но этот мальчик пошел к ангелам. Он теперь ваш дополнительный ангел-хранитель. Говорит, ваша жизнь сложная. Ваша жизнь какая-то, она опустошенная. Да, она опустошенная. Потому что, может быть, не хватает деток. Может, не хватает этой детской любви и ласки. Вы, знаете, внутри распустошены. То есть внутри внутреннее состояние пустоты. Можете переживать кризис в финансовом потоке. Да, еще здесь показано Максима, Никита. Будьте осторожны, потому что здесь есть ограничения, вы можете попасть под ограничения. Здесь показано
люди, которые смотрят меня просто на выносливость, живут не по силе, холод. Говорят, я не живу, я существую. Это вот этого мальчика, который умер от порога сердца. Я не живу, я существую. А он говорит, ты должна пробудиться, пробудиться, трансформироваться. Да, здесь боль показана, но все будет хорошо. Скоро все завершится. Все станет на свои места. Если кто-то сидит в ограничениях, показано. Может, кто-то и сидит в ограничениях. Так рассказывают. Но это по роду, у кого я вдруг просматриваю. То все будет хорошо, скоро выйдут, показано. Ситуация изменится, и все поменяется. И дети войны. И война закончится. Все будет сожжено. Природа дала нам возможность, Вселенная дала нам шанс. Показано, просто убирают паразитов. Паразитов, которые населяли нашу планету. Паразиты, которые, знаете, оно о чем говорят? Люди, которые добрые, люди, которые сильные, которые умеют любить, которые на духовном плане высокие, они сейчас наполняются силой. А те паразиты, да, которые уничтожают, убивают, грабят, насилуют, обманывают, тройственные ситуации, не выполняют своих задач, все будет разрушено. Их не будет. Вот об этом почему-то они хотели мне сегодня поведать. И это будет событийный рад, водоворот событий, где вы найдете середину, балласт показано. Да? Что вы сделаете? Вы всех паразитов от себя уберете, потому что на кону стоит сила, сила дающая, сила, которая любит. Вселенная любит вас, я люблю вас. И здесь показано все в нашей власти. Примите с благодарностью и помните души наших родных и близких, которые нам говорят. Прислушайтесь к ним.